Я уже в Ейске раздал. Надо, ну у нас... Фотографировал, по WhatsApp передают. Ну, в основном своим еще покажу. Ты смотри, чтобы не стащил пока меня там. Ну, да. Раздавать. Там стащите еще. Так, не, это... Скажи, что у меня было. Ну, остаточно, что у меня... Вот здесь все-таки у меня попаливает. Я тогда говорил, ну, как у меня... Шею воткнуло, да? Здесь лучше намного, но немного не просто, когда спрутся такие такие. Иглы. Заколот меня. Вот. Собственно, здесь сразу опустило, уже нормально все это. А нога, то, что у меня была, только мышца сейчас побаливает. То есть сам сустав нормально. У меня же был момент, когда резко на него дергаешь, болело постоянно. Сейчас нормально, только мышца. Ну, эта рука-то лучше, но... То есть вы довольны общим фоном? Общим фоном я доволен, да. Ну, как бы остаточно. Ну, добить где-то дело до конца. Ну, травку вы пообещали пить. Да. Хорошо. Ну, ложитесь, прошу вас. Сейчас, что можно, мы будем улучшать, оздоравливать, да? Да. Получили санитру, ему хорошо. Пизелей. Ютуб не пропусти. Ну, дайте. А что там дайте, как по-другому? Да, выше. А если другую сторону поверну голову? Нет, так вот в родном, где-то посередине, прямо. Вот так вот. Вот так. Это что? Ну, сколиоз? Да. Так о чем мы? Не доравняли ее, что ли? Нет. А мы так что не делали. А мы не делали там? Внизу будет. На первый раз остановимся на этом. Почему? А чем мы не доделали? Правильно? Мы его не делали. Делали. А может, все обычно делали? Ну, вот она вся тяга. Так. Ну что, потерпим чуть-чуть, ладно? Я так понимаю, нам придется с крестом сегодня потерпеть. То у нас тут лапка это меньше. Я не знаю, почему мы ее не сделали. Может быть, слишком другие были проблемы у нас. Но надо делать. Ртом глубокий вдох, выдох. То есть гляньте, чтобы еще за меня улетели туда. Ну, когда это, чтобы могли, да. Лежать. Глубокий вдох, выдох. Ртом вдох, выдох. Протянуть легче, расслабить. Еще расслабить, не напрягать. Ну! Перерыв надо, если говорите, вы помните. И руки можно на подставке ложить, если хотите, там они есть. Как скажете. Не напрягать. Ну вы готовы с этой песней потерпеть, да? Хорошо. Надо чайку, чтобы ровно лапки были, правильно? Вдох-выдох. Вдох-выдох. Еще. Видите, Алла подвиненная. Будете даже подниматься. Да? Смотри на меня так строго. А можешь работать, не провиняться, и все хорошо будет. Зачем заводить? Ну, иногда что-то, да? А, тогда ладно, что-то я об этом не подумал. Вдох-выдох. Еще легче. Еще. Дальше. Еще. Не напрягать мышцы. Сказал правило, стал человек сразу волноваться, понятно?
Вдох-выдох. Еще вдох-выдох. Готовы? Ждем. Красиво, красиво сделал. Расслабить холостые удары нам нельзя допускать. Вдох, выдох. Ногти порастричь. Так у нас. Точно. Ну, чуть-чуть еще есть там. На скрутке пойдет. Уже сам говоришь, пусть будет. Чуть-чуть еще. Правая, да, короче? Да, правая. Я ее ломал недавно. Чем? На конька катался. Мы все равно должны ее выставить. А? Ломал, но если не выставить, то от перелома. Вот. Так, потерпеть еще. Уж наломал человек ногу. Оставим так. Перелом ноги, помни об этом. Ого. Вот здесь. Одинаково? Ну, чуть-чуть вот это как подуставшее. Нет, нет, вот я сейчас давлю. А. Ощущение одинаковое, что делать. Боль есть вот это? Подуставшее. Это уже этот, как ее, сленг. Понятно? В чем дело? Опять любишь, да? Так, можно оставить, хорошо, раз можно. Так, кто будет выводить? Юрий будет. Меня назначили. Да. Ладно, командующий. А что, выборы скоро? Назначали. Мне иголки надо по-любому. Я правильно говорю? Уж на банке? Конечно. Банки сам. Что за я иголки? Очку. Да ну! Не очкуйте, мы 100 раз ходили.
ко мне лицом. Бочком. Ну, если можно, ты смотри по состоянию. Человек лапку ломал. Я не сильно. Я сильный. Он на коньках катался. Блин. Лодыжку сбоку. Это вроде лодыжка. Хочется этого мороза, снега, как красиво было. А у нас уже не будет такого, да? В феврале. Будет? Тогда ладно. Выходные, вот это, да, да? Да. Да. Ну, я слышу. Ну, через неделю. Ослабляем. Отпускаем ногу. Это что, порча не напоминал? Запускаем. А он уже получил? Да, она не видит. Не видела? Ну как это не видела? Когда вы ему это, по спине, видео. Хорошо, да, получается? Ну, прям его вот забить. Что там есть? Чуть-чуть стрельну. Так мы договорились. С батей договорились. Крови нету там. Все на проверку. Так же, да, прохожу? Да-да. Посередине. Не спеша. Мы никуда не спешим. Угу. Еще раз. Где ничего? Там пора уже убираться. Понятно? Убираться уже пора. Полы я имею в виду. Я вам завтра нас будет. Счастливый день. Наоборот. Да? Выдыхаем на... Наоборот, потому что сердце просыпало. Что он похудел? Шея вот тут. Не кормим же. Похудел, говорю, скелет. Чуть-чуть немножко. Прямо как-то он это. Он выше, прямо все. Терпел. Ага. Терпел.
Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Донской Костоправ. Благодарю.